Последний раз? Да, последний раз. Серьезно, чувак? Заполируешь потом. Нет уж, сам будешь полировать. Запомни, стучим и не кричим. Ага, тук-тук. Полиция Майами, лежать! Твою мать, ты слышал, что я сказал? Руки за голову, сейчас же. Майк, я разберусь, ему сейчас пряник нужен, а не кнут. Чего? Смотри и учись. Сэр, я понимаю, вы напуганы, иногда страх. Ну чё, пряник сработал? С меня хватит, Майк, я ухожу. Опять та же песня. Хочешь, чтобы тебя запомнили только по одежке и количеству трупов? Это кровавая бойня! Ужас! Это не моя вина. Значит, ты не стрелял. Да ладно, капитан, конечно, стрелял. Знаю. Чтоб меня! Черт, черт, черт! В этом городе я не доверяю никому, кроме тебя. Я тебя очень прошу. Плохие парни. Последний раз? Да, последний раз. Он въехал в торговый центр! Мы не просто черные, мы копы. Позже сами себя оштрафуем. Насчет очков. Я тебе, кретину, весь год говорил. Черт, да у меня тут HD. Дорогу, как эта детка. Узкие брюки и быстрая тачка не делают из тебя Бэтмена, Майк. Автобус, да автобус, вижу, вижу. Автобус! Выпусти меня нахрен из этой тачки. Майк, нам не так уж долго и осталось. Братан, я собираюсь сажать преступников до 100 лет. А я нет, с меня хватит. А как же плохие парни навсегда? Пора стать хорошими парнями. Да кто захочет петь о хороших парнях? Майк, у тебя новая команда. Элитный отряд Майами. Капитан, этот отряд просто детский бойз-бэнд с пушками. Классно выглядишь, дедуля. А, ты у нас остряк. Всегда есть один. Но это ненадолго. Вот что такое командная работа. Маркус, кто-то пытается меня убить. Кто может хотеть твоей смерти? Лично я не доверяю тем, кто не хочет. Черт, я и сам в списке желающих. Прекрасно, мы поняли, Маркус, спасибо. Но семья — это самое важное в жизни. Поэтому я не отправлю тебя на самоубийство одного. В последний раз? В последний раз. Твою мать! Залезай! Да у тебя там питбуль! Ну, быстрее! Давай, погнали! Да! Нет! Откуда у них столько вертушек? Плохие парни навсегда. А! Это машина жены! Следи за входом! Мне конец, она меня прикончит!